Итак, ребят, после фурора балансов. Балансов, да. Вот тут НБшки. Будем делать Adidas Special. Красные. Красные Adidas Special. Вот. Что могу сказать про эту пару? Пара. Как пара. Замшевая. Тут все дела. Так, ребят, пара. Пара Adidas Special. Раз косяк. Один косяк я вот тут уже заклеил. Два косяк. Три косяк. И, возможно, где-то был четвертый. Но если я его найду, я покажу. Клей полупрофессиональный. Заказывал на Wildberries за 300 рублей. Краска была. Ну и все вроде. Короче, сейчас позаклеиваю вот эти все изъяны. Как заклеивать? Вот кисточка, да? Пизда кисточки. Ну вот, кисточка. Вот, и короче, берете кисточку, намазываете вот так аккуратненько. Вот тут там тщательно прям. Главное, не переборщите, чтобы потом он не вытек за границы этого всего. Вот, чтобы он не задел верх замши. А так, так и ебашьте. Но я думаю, из них получится классные, классные кроссовки. Да, мне вот они прям душу запали, я себе в коллекцию хочу такие. Это, к сожалению, не мои, я восстанавливаю старшим на районе. Старшим на районе привет всем, кто меня смотрит. Короче, я сделаю из них соски. Вот. А, вот, кстати, краска. Красная. Так, ребят, короче, показываю, как... Короче, вот теперь как правильно чистить замшу на сухую. Типа без воды, без ничего. Просто вам нужен вот такой пластик. Вот. Ну там на Wildberries есть любые, вот. Но это именно обувные. Вот, вот такой ластик. И вот есть кроссовки. И вот видите замшу? Видите, какая она ворсистая стала? Вот, прям вообще, ну прям видно, как она ворсистая стала. Вот тут. Вот тут. Вот тут. Глаз радуется, вот. И типа, ну вот в этих местах не особо, но я еще попробую, вот. А так, типа, вообще способ классный, вот, рекомендую. Только надо будет поебаться, нормально поебаться, почистить. Но эффект будет нехуёвый, вот. Чтобы вот вы понимали, разница вот, вот такая. Вот видите, она и прям ездит туда-сюда, прям такая классная. А вот тут... Вообще дуб дубом. Вот. Так что приучайтесь делать кроссовки правильно. Итак, ребят, заклеил я изъянки. Вот. Клей вообще суперский. Вот тут вот косячок еще остался. Вот тут вот косяк заклеил. Вот. Это не косяки. Это самая замша такая. Вот. Замша вообще изумительно все играет. Вот так. Ебать. Ну, короче, всем все понятно. Вот, теперь осталось их покрасить. И все. И потом сделать ровно аутентично. Я вам показываю только на одном, потому что не хочу сильно затягивать. Вот. Вот так, я думаю, вообще суперски получается. Гляньте, форму приняли. Бля, пиздато, я прям теку от них, ух. Йоу, итак, ребзи. Ставлю вас сюда. Только не падайте. Короче, беру стаканчик, беру краску, беру кроссовки, подготовленные уже. Вот, у меня есть тут раз кисточка, два кисточка и три кисточки. Кисточка, вот это все. Так, кроссовки заклеил. Замшу поднял, замша играет все четко, осталось теперь только краска. Сейчас мы испытаем это чудо. Так, я думаю, нам много не надо. Вот.
Короче, пробуем. Короче, показываю. Вот такой у нас эффектик. Это все. Вот. Короче. Это все выглядит примерно вот так. Все ездит вообще. Нормально, я думаю. Я еще вот тут чуть-чуть подкрашу их. Вот их. А так, я думаю, сок. Вообще. Вот, ну, чтобы вы понимали сравнение, какими они были. Вот. До и после. Вот эти тут на полосках я все сотру. Типа. А так. Блядь, мне очень понравилось это восстановление. Вот. Это самое правильное восстановление. Вот. Засрал подоконник. Ну и чё? Всё ради вас. Adidas Special с вот таким бардаком, но мне что-то лень убираться. Чё? Вообще люто, люто. Глянь, чё вообще замшу. Ёпта. Жёстко. Вот, два кроссовка, короче. Заклеил вот тут носочки. Вот тут косяк был, заклеил. Вот, и вот тут косяк, его надо, наверное, тоже заклеить, но это ППЖ. Вот, так, что, задники, не задники. Самое важное, что хотел сказать. Краска, которая не отмывается вообще ни от чего. Гляньте, кисточки, блядь, все красные. Подоконник красный. Ой, надо вытереть. Ну вот, да такая движуха, блядь, ну, меня, конечно, батя убьет за это, но... То есть и не мы, да? Замш вообще везде играет. Вот полностью даже вот тут играет. Не знаю, на камеру видно, не видно, но в жизни она играет. Более подробно, как замша играет, я выставлял в Инстаграм. Подписывайтесь на мою инсту. Так, ребзи, занимаюсь кроссовками. Вот как правильно должна играть замша. Вот так вот. Вот так вот. Adidas Special. ГГВП. Я его укажу где-нибудь вот тут. И чё? Вот этот ластик, это вещь. Вещь всего. Вот. Короче, сейчас я заклею вон ту изъяну. Вот. И, в принципе, уже буду тогда надевать шнурки и заканчивать. Вот. Всем связь. Короче, данная пара кроссовок, вот она. Вот это данная пара кроссовок. Она чистая. Короче, я доделаю эту пару кроссовок. Вот они вот такие приколдесные, туда-сюда. Подержи. Yes. Показываю, блядь, видно там все четко, смотри. Вот так. Оп. Оп. Она не видно, блядь. Оп. И вот так почему кроссовку. Вот тут, смотри, вот тут. Вот смотри. Оп, 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 оп. Имеется замша.
Короче, завтра я восстановил, все четко. Самое главное, теперь не мочите их в ведре, а покупайте ластики для обуви и чистите свою пару на сухую. Вот. А так, отнесу я их сейчас к старшим на район. Старшие на районе, я думаю, оценят. И все. Всем пока.